конце 1985 года. Международная организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» была удостоена Нобелевской премии мира. В знак признания ее заслуг в деле распространения среди широких слоев населения правдивой информации о катастрофических последствиях возможного ядерного конфликта. Нобелевская премия мира была вручена двум сопредседателям движения врачей, советскому кардиологу Евгению Ивановичу Чазову и американскому кардиологу Бернарду Лау. Я не опровергаю эту точку зрения, но я считаю, что мы... Одному из репортеров стало плохо. Руководители организации врачей немедленно поставили диагноз – инфаркт. И продемонстрировав единство действий и взаимопонимание, спасли жизнь репортера. Год назад Конгресс Международной Организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» принял так называемый «рецепт выживания» в форме послания генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву и президенту США Рональду Рейгану с призывом к всеобщему мораторию на любые ядерные взрывы.